Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на замечательное АВП, который мне подарил замечательный подписчик. Сколько тавтологий в моих речах. В общем, такое АВП мы разыгрываем, ребята. Участвуйте в конкурсе. В группе ВКонтакте конкурс висит, сами знаете где. Вот на такой прекрасный скин АВП «Древесная гадюка» с хорошей наклейкой. Наклейка «Игрушечный тигр». Рублей 200 этот скин примерно стоит. Поэтому всем удачи, всем приятного просмотра. Все, вот теперь можно начинать. Следующий уровень. Вот здесь мы остановились. В прошлый раз. Это нож чё? Это за КТшников нож дефолтный. Кто в Counter-Strike играл? Global Offensive. Дулак. Мы готовы таранить ворота, и у нас меньше 10 минут от твоего первого выстрела до завершения операции. Если мы замешкаемся, они пошлют кого-нибудь нам на помощь. Возьми на себя внешнюю охрану и сосредоточься. Ну, мужик, ты чего? Блин, вот когда поел, вот так удобно. На. Это чё, это конь? Он видели вот так вот? Ладно. Вверх. Надо найти майора, а я стану здесь. Двоих сразу. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где? Обойди их с фланга! Укрытие! Нам куда в другое место идти надо, мужики, вы чё? Ничего меня дезориентирует. Ой-ой-ой-ой. Страшно, вырубай. Мужики, вы чё? Я тут. Вода? Вода, вау. По три по КД ставят в одну. Континью, здорово. Оп-оп-оп-оп, мужик. Мужик. Как дела, нормально? У тебя как? Столовку будете разносить, мужик, или чё? Ой-ой-ой. Опасная тема. Столовку разносить, там столько голодных же. Янки, вот так удача! Вы за мной пришли или как? Здорово. Пошли, ребята! Здороваться и обниматься времени нет! Че, обратно? Обратно, мужики, уходим. Как и в прошлый раз заходили, а так же два было. Так, куда? Ой, сори. Не зря я туда стрелял. На. Когда КС будет? Выходные, наверное.
Пока не знаю. Посмотри на флаг. Осуждаем, что делать. Это же игра. Не по-настоящему. Сори. Мужик, сорян. Это наш. Сидит. Сидит нормально. Ваши ребята молодцы, молодцы! Нормальный мужик. Джентльмены, до сих пор вас готовили в Эксетере для выполнения особого задания. Не, слушать мы тебя не будем, мужик. Ты мне и так надоел в первой части. Но имеется в виду видоса. О, а, я думал это Прайс. А куда едем-то? Ничего не видно же. Наушники подарили, что за уши? Ради всего святого, Джек. Спасибо за фоллоу. Это самый большой лес в Нормандии. Внимательно. Я и так внимателен. А куда его едем-то, мужики? Может, они его вырубили? Как у тебя? По моим расчетам, Ryzen... мы на верном пути. X-Light крен или Крак? Крен на 2 градуса к северу. Так, не помню. 5, 4, 3, 2, 1. Бинго! 2 градуса направо по курсу. Все в порядке. Задолбал чихать. Пристегнуться перед посадкой. Рика! Похоже на корабль. Сбросить машину. Чё? Чё? Кто это? Мы летим или едем? What the fuck? Что это? Я не понимаю. Что это вообще было? Мы летели или ехали? Жесткая посадка, а? Всё в порядке, Вилс? А, мы летели, походу. Да, я в норме. Порядок. Выполняем приказ. На машину не похоже, блин. Давай, ну! Сержант Эванс, рад, что ты все еще с нами. О, Прайс. Нам везет. Немцы не отреагировали на... А, это самолет был. Найди подходящее место для уничтожения их бункера. Мы тебя прикроем. Я попал, не надо говорить мне, что я косой. Я попал. Ой-ой-ой. Мужичков завалили в спинку. Потыкали. Мужичков. О, река, фига себе. Не, наверное, надо залезть наверх. О-о-о, что это? Мужики, вы чё? Мне с этого стрелять, что ли, еще? Вы чё, мужики? Какое? Это оружие самое useless, которое я знаю в этой игре. Нифига, дончика залетела сатыга. А! Нормальная тема. Не от Максима, а от Дона. Спасибо большое за сатыгу. Так, вот тут мы остановились. Ой. Больно вообще-то, козел. Настоящий гуля, не жалкий самозванец. Э, мужик, ты чё там? Чё застрял-то? Мужик. Ну чё, идём? Не проблема!
нас работает! За мной! Давай-давай, иди, мужик. Военный механик. Я думал, убили. О! Давай, я смогу это сделать. Я шарю, как это работает. Это надо сделать, сержант! Попробуй еще! Как это спидранить, интересно, на самом жестком уровне сложности? Просто бежать от танка. Как это сделать? Это же невозможно. Он тебя убьет с пули, наверное. Вообще Unreal. Кого проверить? Слушай, на чё? На наличие чего эти траншеи проверить? А-а-а. А, надо противников убивать. Я думал, охранять 14 раз мост надо. Атаковать 14 раз тебя будут, а ты должен мост охранять. Два осталось. Где они? Эй, Гули. Гули, вы где? Еще один. Фига он заныкался. Гуль, сука. Гулище. У меня карантин. Поздравляю, много у кого сейчас карантин. Опять что-то волна начинается какая-то. Все по хатам будем сидеть, походу, опять. Что-то как-то вот так вот. Капитан, мы прочесали район. Кроме небольшого запаса лекарств, все, что мы нашли, пара винтовок и несколько панцерфаустов, практически непригодные. Слава богу, у нас есть эта зенитка. С ней мы можем удержать мост до прихода помощи. Гони, похоже. Буду твои стримы смотреть. Нормально. Это приятно слышать. Спасибо за донат. Мы заметили, что вы не заходили в течение 2 дней. Да я просто на чили сейчас пока. На отдыхе пока что я просто. Отдыхаю. Вы мне просто уже заспамили весь Steam. Всю Steam страницу мою заспамили. Я просто сейчас на отдыхе, на чили, на расслабоне, понимаете, пока что. Не удается никак, понимаете, занят пока что. Что делаем? Защищать западный берег канала. Кого? Я никого не вижу. От кого защищаем-то хоть, мужики? Я никого не вижу. Либо вы такие жесткие, либо враги такие слабые. Не, колда один, тут тиммейты такие вообще жесткие какие-то, это жесть. Ничего делать не приходится, мужики сами все делают. Просто лютые типы. Почему на берке так легче, чем на калашах? Тиммейты нормальные. Скорее всего, из-за этого. Тиммейты более потеть начинают, чем на калашах бездари. Которые не потеют. Говорю не про всех сразу. Поскольку я 20 штук аккаунтов пробустил, 20 плюс даже. Это вообще забей, дядь. На калашах ты просто играешь и думаешь, что зачем вообще эти люди живут, которые с тобой в команде. А против тебя какие-то варвары жесткие. Глобал элиты. Советую поиграть в эту колду. Advanced Warfare. Пока не знаю, пока игры есть, пока хрен знает. Ты долго хранишь еще? На слабый комп тянет. Да это не в этом дело. Дело в интересе.
При желании даже прикрой игру, которая меня лагает, можно плюс-минус как-то поделать. Спасибо за донат. Осуждаю на всякий случай. Да сейчас занят просто. Занят. Вот такая вот КС. После одного я не встретил, лучше одного прайма. Я тебе говорил это, я всем это говорил. Что люди, которые праймы купили, получили и так далее, я просто аплодирую им стоя, потому что они сейчас кайфуют и получают удовольствие. Даже если ты встретишь читера, его забанят, он, скорее всего, больше не сделает такого, что купит аккаунт новый, опять читерить будет. Здорово, можете вопрос задать. Здорово, задавай. Поэтому, если даже встретишь читера, мне кажется, если его забанят, он перестанет читерить вообще в целом. Вальва, молодцы. Респект. Только у меня что-то FPS прям вообще жестко проседать начал. Не знаю, с чем это связано. Мужики, у меня патроны кончились. Как срет паук? Вообще в душе не знаю. Вот всегда ночью ложусь спать, да? Одеялом накрываюсь и вот думаю в этот вопрос. Как срет паук? Вот. Лежу и думаю. Который день уже? И не... ответ не могу найти никак. Чем отступаем? Пулемет, это который пулемет? А-а-а. Тут еще вот этот пулемет. Просветите меня, может, кто знает, как паук срет. Мне интересно стало. Мужики. Где еще, суки? Всех, блядь, всех постреляю. Всех найду. Эванс. Я Эванс уже? Я вроде там какой-то другой был чел. А чем его... А, вот с этого. С этой куколки его подорвать. Шевелитесь, вашу мать. Это все. Вот и сказочки конец. А кто слушал, да ладец. Еще один, что ли, сказала? А никак вот у них объедка выходит. Нормально. Вот где-то же Google должен пригодиться. Вот и все. Вот и закончились враги. Все, отсюда теперь отстреливаемся. У них внешнее пищеварение. На одном из сочек в сети нашел палку внешне пищеварения твердой. Остатки выбрасывают в виде комка объедков. А при появлении врагов и нарушитель спокойствия, паук может метко выстрелить. Нормальная тема. Сейчас приду, сестра проснулась. Поэтому там у тебя вариантов не было. Так, берем ствол. Хочу, кого мне мочить-то?
Да без проблем, дружище. А вон. Бабах! Начали меня там хатпик набить. Кто? О, Султан, здорово, нормальный у тебя ник. А, хотя, возможно, это имя человека. Имя такое есть. А ты как появился здесь? А кто тебя гнобить начал в катке? Старая игра. А я в нее не играл, вот так вот. Вот так вот бывает. Старая игра, не играл. А я не играл. А, вон у меня хп внизу. А, лол, я только узнал. Во второй колде такого не было. Офигеть. Человека зовут Гнар. Гнобить? Я что-то не помню, что мы тогда гнобить тебя как-то начали. Чтоб тебя гнобить. Я помню, ты спросил, как ты отыграл, и все, на этом вроде как закончились мои воспоминания. У меня на компьютере игра есть, я 100 раз проходил, могу помочь. Не, какой дед, ты что гонишь? Это так неинтересно тогда будет. А что будет? А, нет. Ну-ка, какой это стрим был, Continue? Какой это стрим был? Я хочу пересмотреть, поржать, если реально там было гнобение какое-то тебя. Мне прям вообще интересно. Какого это числа было? Минус один. Мы выиграли. Ура, музыка победная, я слышу. Офигеть, а тут жизни есть. Я не знал, что тут жизни есть. Я впервые. Эй, козлы. Мужики, вы чё? Капитан Прайс. Ты там откуда? Там последние катки я играл на лоу-табе, я знаю. О! Мужик, ты чего, мужик? Успокойся. А где мои мужики? Ой, сори. Мы выиграли? В смысле? Мужики, вы чего? Мужики. Так что за катка была? Я не помню. Готов. Мне стало обидно, и у меня пропал интерес к КС. Блин, надо пересмотреть, мне интересно стало. Хочу пересмотреть прямо сейчас, но не могу. Какой это день был? Когда это было? Я хочу это пересмотреть. Фул капку можно, плиз? Можно фул? Можно фул, плиз? Киньте фул. Я тут, в принципе, и взорваться могу. А, он с той стороны, наверное. Ну да. Падла. А почему не взорвался? А почему не взрывается? Его типа взорвать нельзя? А. Ну все, если что. Я вас замучил. Либо это было не адресовано, тогда я подумал, это мне. Только эта часть или красная часть есть тут. Что за красная часть? Что такое красная часть? Ты походу перепутал Continue. У меня к тебе обидок. Ой, обидок говорю. Как сказать? Негатива никогда в твою сторону не было, не знаю.
У меня есть негатив только к тем людям, которые ко мне негатив испытывают. Все. У нас 40 минут продержаться надо. Хотя могу заныкаться внутри и все. Я даже высовываться никогда не буду. Все, надо пересмотреть стрим. Тогда раз я на тебя подумал. Не, давай сейчас выясним, а потом уже посмотрим. Мне интересно. Я не знаю. Я не могу вспомнить того, что я на тебя гнал в той катке. Я видел то, что ты в лоутабе был, да. Где наше? У нас подкрепление должно. А, вон оттуда все. Фига сюда. Нормально. Есть две части игры. Ты на первой черная. Есть второй фон игры красная. Впервые слышу. Фига себе. Фига ты зашел вовремя. Я такого не знал. Я знаю, есть колда вторая. А есть вот эта первая. Это первая, а есть колда вторая, типа, часть. Где он? Там куда-то... А, нет. Укрытие! Фрайс, ты где? Мне надо тебе отчет дать. Надеюсь, это последний. Отличная работа, парни. Черт меня дери. Все, мы выиграли. Ура! Ура! Если мы не покончим с войной, война покончит с нами. Вау! Ауф! Тигр! Что за тигр этот, это лев? А, лол. А чё, какой этот-то там? Чё вообще? Давай посмотрим. Мне интересно. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.